Югорские силовики раскрыли квартирную кражу в Урае. В преступлении подозревают 39-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба окружного ОМВД, он проходил мимо одной из квартир и заметил, что входная дверь не заперта. Тогда фигурант зашел внутрь и вынес телевизор, ноутбук, а также ювелирные украшения общей стоимостью 114 тысяч рублей. Спустя некоторое время полиция изъяла у него все украденное. Отмечу, что злоумышленник уже имеет не одну судимость, а за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит 6 лет лишения свободы.